не давали сопернику начинать атаку. Играли агрессивно, и я думаю, в 10-й минуте мы должны перевести 3-0. Мы в первом тайме создали достаточное количество моментов, чтобы эту игру закрыть уже в первом тайме. Ну, молодцы. Во втором натиск вытерпели соперника. Забили 2 мяча, еще могли забить. Я думаю, результат закономерен. Порадовало то, что мы, в принципе, ничего не позволили сопернику создать возле наших таких 100% моментов. Соперника нет. Заслуженная победа. Ребятам благодарность, что в таких условиях, в жаре, плюс в поле искусственно понимать, что сложно перестроиться, земли где-то игру подстроили так, под искусственное поле. Молодцы, молодцы. Выполнили то, что мы от них просили, заслуженно выиграли. А гол мы изначально договаривались выше встречать, заставлять соперника ошибаться на своей половине поля, и это ребята выполняли. С этого появляется момент. Я же говорю, гол курьезно, не курьезно, ошибка вратаря там, да, он заслужен. Сначала надо заработать стандарт. Я не считаю, голы курьезные, это когда там со своей половины поля забивают, а здесь обычный гол. Но опять повторю, после этого сколько моментов было, чтобы это закрыть эту игру. Достаточное количество. Так что, считаю, гол закономерный и результат по игре.